Почти 400 человек умерли в России от коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за последние 4 дня. При этом новых случаев заражения по сравнению со вчерашним днем выявили почти на 1000 меньше. В Татарстане COVID-19 обнаружили еще у 29 жителей республики. В их числе трое челнинцев. По данным регионального оперштаба, на сегодня вакцину от коронавируса получили почти 434 тысячи человек. Из них вторую прививку – 302 тысячи.